полвека медведь не сходит со сцены, обойдя за это время все профессиональные, любительские и самодеятельные театры, он вдруг вновь зазвучал свежо и убедительно, когда появился на экране. Мой папаша пил как бочка и погиб он. И погиб он от вина, и я одна осталась, дочка. Папаша пил как бочка, и погиб он от вина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стоит мне только издали увидеть вот этакое поэтическое создание, как у меня мороз по коже продирает. Повестки, батюшка. А мой папаша пил как бочка, и погиб он от вина, и я одна осталась, дочка, и зовут мама Зелена нам. Ах, кисия, эфир, полуботиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу, а, обыкновеннейший крокодил. Да, было время, когда я валял дурака. Ох, миндальничал, влюблялся, страдал на луну. Трещал, как сорока, об эмансипации. Прожил на нежных чувствах половину своего состояния. Довольно, теперь меня не проведете. Ох, очи черные, очи страстные, губки бантиком. Ох ты, ямочки на щеках. Да я за это, сударыня, сейчас медного гроша не дам. Повестки, батюшка. Ах, черт. Проценты завтра платить. Давай одеваться. Собирай вихтеля, поедем по должникам. Мать. Давно вы, батюшка, собраться пора за своими деньгами-то. Давай. А вот здешний помещик, попов, сказывает, с полгода как помер уже. Ну, давай, давай. Жена-то захочет ли еще долг заплатить, а ли нет? Жена? Так Попов-то помер? Помер, батюшка, помер. Батюшки, так я к ней
ни за что не поеду. Ох ты, черт возьми. Для меня легче на бочке с порохом сидеть, чем разговаривать с женщиной. Тьфу ты, черт. Жена. Попову жена. Барыня, губите вы себя только. Николай Михайлович померли, так тому и быть. Божья воля. Царство им небесное. У меня тоже старуха в свое время померла. Что ж, погоревал, поплакал с месяц. И будет с нее. А если цельный век лазаря петь, так и старого с того не стоит. Ты видишь, Николя, как я умею любить и прощать. И тебе не совестно, будто изменял мне, делал сцены. Я паинька, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы. Да, до могилы. Чем эти самые слова
Велели бы запречь Тоби или великана. Или к соседям в гости. Барыня, матушка, что вы, Господь с вами? Ах, он так любил Тоби. Лука, прикажи ему дать сегодня лишнюю осьмушку овса. Слушай. Эх, барыня, матушка. Молодая, красивая, кровь с молоком. Жить бы в свое удовольствие. Красота-то ведь не навеки дадена. Пройдет годов 10, сами захотите павой пройтись, господам офицерам пыль в глаза пустить. А поздно будет. Рыбла ведь бог стоит, так офицеры чистой конфеты. Я тебя прошу, Лука, никогда не говорить мне об этом. Ты же знаешь, что с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую ценность. Тебе кажется, что я жива. Это только кажется. Мы оба умерли. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть тебя. Слышишь? Слышишь ли ты меня, Никола? Кто там? Ты с кем разговариваешь? Все. Сударь! Молчай! Молча! Честь имею представиться. Отставной поручик артиллерии Григорий Степанович Смирнов, землевладелец. Что вам угодно. О-хо! Вынужден побеспокоить вас, сударыня, по весьма важному делу. Ваш покойный супруг остался мне должен 1200 рублей. А так как у меня завтра предстоит платеж в земельном банке, то я прошу вас, сударыня, уплатить мне эти деньги сегодня же. 1200? Да. А за что? Мой муж остался вам должен. А он покупал у меня овес. Да.
Так ты же не забудь, Лука, приказать, чтобы Тоби дали лишнюю осьмушку овса. Если Николай Михайлович остался вам должен, то, разумеется, я заплачу. Но вы меня извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется мой приказчик из города, и я прикажу ему платить. К тому же сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. А у меня, сударыня, теперь такое настроение, что если я не уплачу проценты в земельный банк, то принужден буду вылететь в трубу вверх ногами. Послезавтра вы получите ваши деньги. А мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Извините, сегодня не могу вам заплатить. Извините, а я не могу ждать до послезавтра. Что же делать, если у меня их нет? Так, значит, вы не можете заплатить. Не могу. Это ваше последнее слово? Да, последнее. Так, положительно? Положительно. Ну что ж, так и запишем. А еще хотят, чтобы я был спокоен. Сегодня с утра езжу по кредиторам, и ни одна канарья не платит. Я ясно сказала. Приказчик вернется, тогда и получите. Я не к приказчику приехал, а к вам. На кой бежим? Извините за выражение. Извините, милостивый государь, да. Но я не привыкла к такому тону. Ох, скажите, пожалуйста, настроение. Не расположено. Я вас спрашиваю, а мне-то надо платить проценты? Да мне-то проценты платить надо или нет? Я вас спрашиваю. Фу, как я зол, а? Останусь и буду торчать здесь, пока не заплатят. Не больны и не принимают. Не принимают? И не надо. Эй, Семен, распрягай лошадей. Я здесь остаюсь. Позволяете, сударь? Ты это с кем разговариваешь, да? Болван, осел, а тебя спрашиваю, поручать? Я из тебя салат сделаю. Я так зол, что даже поджилки трясутся от злости. Ой. Кажется, дурно. Дай крюк водки. Принесла нелегкая. Как
я в сон. Неделю будешь больна, так я неделю просижу здесь. Меня, брат, не тронешь ямочками на щеках. Зовут меня Нана, я игриво, шаловливо. И зовут мамзель Нана? Да, Нана. Черт, до чего разозлил мне этот шлейф? Я игриво, шаловливо. 25, 30. Нет, видно и вправду, придется уйти в монастырь. Монастырь. 36, 37, 41.
42. Сорок три. Фу ты, как я зол. Вот ты что ли выпить? Человек! Милостивый государь. Прошу вас, убедите меня. Не нарушайте моего покоя. Не кричите, здесь не конюшня. Сударыня, уплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Это дадите. Вот назло не получится ни копейки. Сударыня, я не имею счастья быть ни вашим женихом, ни вашим супругом. Да. Поэтому прошу вас, не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Вы что же, сели? Да, сел. И не уйдете? Нет, не уйду. Хорошо. Лука, выведи этого господина. Я из тебя салат делаю. Милостивый государь, вы не умеете себя держать в женском обществе. Нет, я умею тебя держать в женском обществе. Нет, не умеете. Вы грубый и невоспитанный человек. Ох ты! Извините, пожалуйста. А как же с вами прикажете сидеться? По-французски, что ли? Живу при мадам? Как я счастлив, что вы мне не платите денег, так? И умно, и грубо. Ох! Не умно и грубо. Я, сударыня, на своем веку видел женщин, ха, больше, чем вы, воробьев. Да, я 3 раза стрелял на дуэлях из-за женщин. 13 женщин бросил я, 9 бросили меня. Довольно? Довольно? Меня не тронул больше ваши очень черные, очень страстные. Губки бантиков, кисия, эфир, полубогиня. А заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил. Обыкновеннейший крокодил. Сударня, я присутствующих не говорю. Фу ты, черт меня возьми. Если женщина умеет любить кого-нибудь, кроме поломок. А кто же это, по-вашему, умеет любить? Мужчина! Рогатая кошка! Черт, я знаю. Мужчина! Мужчина умеет любить! Скажите, какие новости? Мужчина верен в любви? Да. А как вы смеете мне говорить это? Мужчины верны в любви? Слушайте, из всех мужчин, которых я когда-либо знала, самым лучшим был мой муж. Да. Я его любила. Любила страстно. Я ему отдала свою молодость, жизнь, счастье, состояние. Вот что я нашла после его смерти. Вот. Ой. Полный ящик неполных писем. И все же я ему верна и постоянно. Я заперла навеки себя вот в этих 4 стенах. И до самой могилы я поклялась не снимать этого траура. Траура? До самой могилы. Знаем мы эти фокусы. Однако напудриться не забыли. Вон, убирайтесь отсюда. Убирайтесь отсюда, вон!
Медведь! Бурбон! Монстр! Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр? Ага, медведь, бурбон, монстр. Ах, медведь, бурбон, монстр. Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять? Да оскорбляю. А что вы думаете? Я вас боюсь. Медведь, 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 медведь. Довольно! К барьеру. Что? К барьеру стреляться. Стрелять хотите? Да. Извольте, извольте, после мужа остались пистолеты, ее минуту принесу. Каким наслаждением, с каким наслаждением я влеплю пулю в этот ваш медный лоб, который я так ненавижу. Черт вас возьми! Батюшка, родимый, подели ты меня, старика, уйди отсюда. Вы что же думаете, если вы поэтическое создание, так можете оскорблять безнаказанно? Барьеру! 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 Подстрелю ее, как цыпленка. Батюшка, родимый, уйди. Ха! Но какова женщина? Каким, говорит, наслаждением я влеплю пулю в ваш бедный лоб. А? Какова женщина? Заметил? Маски блестят, раскраснелась, огонь, порох, ракета. А? Подстрелю ее из принципа. Навязался леший на нашу голову. Так-с, отличные дуэльные пистолеты, 90 рублей за пару. Прежде научите вы меня как стрелять. Никогда не держала пистолета в руках. Ха-ха-ха-ха, вот это да. Сударня, сударня, пистолет держится так. Так-с, так-так-так. И раз. Так-так. Да, раз. Ну! Глаза, зажигательная женщина. Как бы того, как бы смертоубийства не было. Главное условие – не волноваться. Так, потом нажимаете пальчиком вот эту штучечку. Ух, какие глаза. Даже убивать жалко. Ну! Потом, потом старайтесь, чтобы не дрогнула рука. Неудобно. Неудобно. Идемте в сад. Thank you.
Виноват, что вы мне нравитесь. Я ему нравлюсь. Он еще смеет говорить мне, что я ему нравлюсь. Дарья, я почти влюблен. Черт возьми, какая у вас ломка имеет. Стреляйте! Стреляйте! 13 женщин бросил я, 9 бросили меня. Ни одну из них я не любил так, как вас. Руку предлагаю, да или нет? Барьеру! Стреляться! Стреляться? О, вы не можете себе представить, какое счастье умереть под взглядом этих чудесных глаз. Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка. Я, кажется, с ума сошел. Сударыня,
вы все еще сердите. Поверьте, я сам чертовски смешон. Решайте. Сейчас же. Я порядочный человек. Я стреляю и попадаю пулей в подброшенную копейку. Я имею 10 тысяч годового дохода. Я имею 5 лошадей. Хотите быть моей женой? Прощайте! Ты позор, сраб, раскис, разлимонился, рассиропился, стоял на коленях, как какой-то дурак. Ха, 5 лет не влюблялся, и здравствуйте, втюрился, как оглобля в чужой кузов. Прощайте! Прощайте! Нет, уходите! Нет! Постойте! Не подходите, не подходите! Не подходите! Прощайте! Ненавижу! А, даже мороз по коже не лез. Скажешь там на конюшне, чтоб сегодня Тоби вовсе не давали остаться.